Вытирая засаленные пальцы о клапан комбинезона, диверсант вынырнул из паутины проводов и вороха изоляторов силовых линий. Вахтенный офицер, склонившийся над терминалом, поднял голову и нахмурился. «Ты что, уже закончил?» «Да надо бы глянуть на периферийную схему, шеф», – проговорил диверсант. «Отсюда мне к ней не подобраться, неплохо бы проверить камеры в бухте приюта». Он повернулся к контрольной панели и с нарочитой тщательностью защелкал рядами переключателей. «Я вырублю на некоторое время твои мониторы». «Надолго?» «Минут на 15, не больше». Он стал деловито собирать инструменты и складывать их в брезентовый мешок. Офицер взглянул на часы. «Давай пошевеливайся», – проворчал он, достал вахтенный журнал и сделал там пометку. «Да успокойся ты, я мигом!» Он прошел через дверь вахтенного контроля, открывшуюся прикосновением кончиков пальцев к сканирующей пластине. Дверь с шипением затворилась за его спиной. Когда он шел по каменному коридору, его шаги разносились гулким пещерным эхом. Холодные ступени вели все ниже и ниже по безлюдным коридорам, мимо помещений с часовыми в серой униформе. Трелванцу дважды пришлось показать пропуск. Комбинезон и тяжелый рюкзак с инструментами сами по себе служили неплохим пропуском, позволяя миновать большинство дверей. В замке вообще было не так уж много мест, куда техов не пускали. Бухта приюта – это частично искусственная, частично природная пещера, представляющая собой высокое сводчатое помещение. Ее унылый мрак рассеивался редкими лучами света. Одна из стен побурела от ржавчины и была разъедена временем. В центре бухты, где перекрещивались лучи прожекторов и как лианы свисали кабели, на приподнятой платформе громоздился 55-тонный корпус разобранного боевого робота. Тех, размахивая руками, отдавал гаркающие распоряжения двум помощникам, ползавшим на груди железного колосса. Они устало склонились над лазером. Над ними в джунглях проводов висели пластины брони весом с полтонны каждая. Диверсант покосился на четырех боевых роботов, составлявших душу и сердце командос Карлайла. Стальные 10-метровые монстры, почти неодолимые в любой схватке с пехотой. Они настолько мощны, что только другой боевой робот равной или большей мощи может свалить одного из них. Трейлванец в душе улыбнулся, вспомнив, как ловко он провернул это дельце. Всего лишь липовый ордер на обслуживание и 15 минут возни. Первой частью его миссии было выведение из строя Беркута. Он получил надлежащее обучение, точные инструкции, а в придачу коммутаторный заменитель, который при первом удобном случае надлежало вставить в сервоэлектронное контрольное гнездо боевого робота. Случай представился. И коммутатор, прежде чем расплавиться в бесформенный кусок шлака, повредил все энергетические линии опорного двигательного аппарата. Следы заметены. Теперь группа имела всего три машины. Капитанский «Феникс-Сокол» и два 20-тонных «Шершня». Без тяжелой огневой мощи и маневренности «Беркута» гарнизон, очутившись в хорошей передряге, был бы перебит. Трелванец передернул плечами и поспешил к звонкой металлической лестнице, головокружительными зигзагами уходящей к контрольному пункту бухты. В стеклянной будке, подвешенной на дальней стене в 15 метрах от пола. Дежурный по бухте оторвался от мерцающего монитора, спустил ноги с консоли и отодвинул кружку в сторону. «В чем дело? Обслуживание, сэр?» «Меня послали сюда из центрального контроля, чтобы найти неисправность в схеме. По-моему, контакт отошел где-то здесь». Офицер кивнул. «Треклятое барахло», – процедил он. «Как, впрочем, и все на этой вонючей...» Поздно опомнившись, что разговаривает с трелванцем, он замолчал и показал на ряд мертвых экранов. «Доступ вон там», — добавил он, затем снова задрал ноги на консоль и уставился в единственный действующий монитор. Диверсант покосился через плечо офицера на экран.
Там был виден космодром. Пустынная железобетонная поверхность под холодным звездным небом. Значит, они еще не сели. Трелванец посмотрел на часы, про себя высчитывая оставшиеся минуты и секунды, и начал вынимать инструменты. Теперь уже недолго. Грейсон Карлайл Смертоносный давно уже перестал волноваться по поводу своего мрачного второго имени. Он унаследовал это имя, если можно так сказать, от предка, лорда Грейсона Томаса Смертоносного. Среди воинов, где подвиг, дело обычное, имя младшего Грейсона вызывало кривые ухмылки. Не успев сойти с электрокара, доставившего его в замок, Грейсон почувствовал приближение грозы. Скинув с себя теплый плащ, он сунул его в руки Трелванца, своего ординарца, нервно заметившего. «Оружейник искал вас, сэр». Грейсон взглянул на часы и поморщился. «Да, он уже должен меня хватиться». «Кажется, он сердится», — продолжал ординарец голосом человека, сидящего на ядерной боеголовке и знающего, что она сейчас взорвется. Грейсон пожал плечами и повернулся к электрическому камину. Когда наружные двери бухты были отворены, внутрь проникал колючий морозный воздух. И чтобы как-то умерить собачий холод, караульные транспортной бухты установили этот камин. В огромном помещении собралось еще около 20 воинов. Они обступили камин и убивали время игрой в карты или чтением книг. Снаружи стояла типичная вторая ночь. 20 градусов ниже нуля и холодный пронизывающий ветер, значительно обострявший чувство холода. «Разнос, который ему устроит сержант Гриффит, будет похуже этого мороза», – подумал он, но, вспомнив о ласках Мары и нежности ее поцелуев, еще не остывших на его губах, он перестал об этом думать. Чей-то голос потревожил его. «О, Грейсон Смертельный! Наконец-то ты пожаловал к нам, а то мы так соскучились по тебе!» «Привет, Грифф!» – дружелюбно отозвался он. «Извини, что опоздал». Бесформенная фигура превратилась в оружейного мастера, сержанта Кая Гриффита. Резкий свет отражался от зеркальной лысины и подчеркивал безобразный голубой шрам, протянувшийся от подбородка к правому уху. «Извини? Этот мальчишка еще извиняется». На лице Гриффита под обвислыми усами появилась ядовитая улыбка. «Скажи лучше, чем ты занимался, дорогой?» Грейсон подавил невольный гнев, вызванный словом «мальчишка». Его голос стал холодным. «Я был с друзьями», – произнес он, размышляя о том, что когда-нибудь Гриффит зайдет слишком далеко. «Ах, с друзьями! Как это мило! Что ж, ради друзей можно слинять с базы. А кто у тебя друг? Все та же лохудра во дворце?» «Слушай, Гриф, это ты меня слушай. По расписанию ты должен проходить тренировку уже 4 часа, а в эту самую минуту обязан находиться в командном центре. Ты со мной не шути. Разнос получен, сержант Гриффин. Твоему папаше тоже достанется, сынуля. Я не могу исполнять мои обязанности, если ты упрямо игнорируешь свои собственные». Грейсон отвернулся от камина и побрел по скату, ведущему в центральный проход. «Видишь ли, Грифф, я думал, что это мой последний шанс повидаться с ней. Мы уезжаем через 3 дня». Сержант одним прыжком подскочил к нему. «Мы уедем, если переговоры пройдут хорошо. А до тех пор ты будешь торчать здесь и делать то, что скажут. Иначе, ну, ты меня еще не знаешь». Грейсон насупился. Ему исполнилось 20 стандартных лет, и с тех пор, когда он формально в возрасте 10 лет был зачислен в тактическую группу, оружейный мастер являлся его персональным инструктором по боевым искусствам. Чем старше он становился, тем меньше обращал внимание на ехидный язык Кая Гриффита и его вмешательство в свою личную жизнь. В конце концов, Грейсон уже не ребенок.
а сын и наследник великого воина. Не все же время ему жить по указке грифа. Я буду торчать здесь, но моя личная жизнь касается лишь меня самого. Не строй из себя умника, Карлайл, иначе наживешь уйму неприятностей, еще не закончив курс обучения. Неужели до твоей башки никак не может дойти, что трелванцы тебе не друзья? За исключением одной. Ну перестань, я хотел лишь попрощаться. Гриффит неодобрительно повертел головой. «Дочь самого старого станника. Ни больше, ни меньше». «Ну и что?» – не вытерпел Грейсон. «Мара на самом деле была дочерью главного министра на Трелване, но это еще ничего не значило. Ты в который раз уже таскаешься в город к этой девчонке, и скоро тебе пробьют голову». Вспомнив один из эпизодов «Восхитительного вечера», Грейсон только улыбнулся и пожал плечами. Кай Гриффит, как и большинство солдат-старожилов, был предубежден против местных жителей, которых им полагало сохранять. Они остановились у массивной стальной двери в стене из неотесанного камня. Ее охранял солдат в серой униформе и с пулеметом в руках. Дверь украшала изображение стиснутого мужского кулака на небесно-голубом фоне. Гриффит безнадежно покачал головой, зная упрямство этого парня, пристально смотревшего на него своими светло-серыми глазами. «Ты не думай, что отделался так легко, Карлайл. Тебя учат управлять боевыми роботами и быть воином команда Скарлайла. Но воин должен не только распоряжаться грудой железа, но и знать многое другое». Грейсон уже слышал этот пассаж и все его вариации раньше. О дисциплине, о верности, о своей роли в командос. Подавляя настойчивый зевок, молодой человек сделал вид, что внимательно слушает. За последнее время он так мало спал, наконец Гриффит осекся, догадавшись, что Грейсон просто поддакивает ему. «Пойдем, дорогой», — сказал он, указав на дверь. «Поприсутствуем на приеме».